Дмитрий с супругой Марией приехал смотреть готовую квартиру. Он сам работает в крупном агентстве недвижимости, поэтому, когда встал вопрос о покупке жилплощади, выбрал надежного застройщика. Капитал строит достаточно надежно, мне нравится, очень хорошо знаком с подходом к строительству, с качеством, поэтому решил именно здесь. Плюс район динамично развивается. У Дмитрия и Марии евро-трешка с просторной гостиной, уютной спальней и детской. В принципе, неплохо поклеили. Пираты, как мы хотели, прям в шкаф упираются и дальше чуть облачка. Да. И люстра достаточно неплохая, хотя стандартная по ремонту. Простенькая, но со вкусом. И розетки выберем, телевизор как раз все, и камеры. Все как надо. Одна из опций от застройщика для покупателей любого жилого комплекса – это ремонт, который в соответствии с пожеланиями владельцев делает капитал строитель жилья. Выбрали с ремонтом почему? Потому что, во-первых, это гораздо дешевле, чем если делать самому. Причем экономятся как деньги, так и нервы. У застройщика, так как они покупают все оптом, есть возможность дешевле закупить все материалы. Соответственно, сами работы тоже стоят дешевле. Мы выбирали обои, выбирали ламинат, выбирали там расцветку двери, плитку в ванной. То есть все, что было необходимо, мы выбрали сами. Нам только все сделали. То есть мы сейчас уже просто начинаем завозить мебель и жить. Семья купила в этом же доме еще одну квартиру для мамы, которая сможет приходить в гости и сидеть с внуком. Мы специально подбирали такой дом, чтобы был красивый вид из окна. Очень он тут понравился на пойму Оки, на Солочинский лес. Довольно ремонтом. Ребята очень хорошо делают. Все очень аккуратненько, чистенько. В общем-то, вот это все нравится. В квартире у супругов практически все готово к переезду. Подведены коммуникации, установлена сантехника, газовый котел, установлены розетки. Впечатления потрясающие. И ремонт сделан хорошо, и все устраивает, даже претензий нет никаких. Вид из окна шикарный, можно смотреть, любоваться часами, просто не отходя. А как хозяйке, мне все нравится. И площадь, и своя собственная кухня, большая, просторная, ванна, туалет. Все устраивает, детская, отличная. В семейном квартале Петра и Февронии на Солочинском шоссе созданы все условия для комфортной жизни. Большая парковка, современная детская площадка, уже построили детский сад. В квартале строятся еще два дома, в которых можно успеть купить квартиру по выгодной цене. В 2019 году планируется сдать еще несколько домов. Смарт-дом на Славянском проспекте, ЖК «Яркий» на Зубковой, вторая очередь смарт-дома на Гоголя, вторая очередь строительства в семейном квартале Петра и Февронии. На Солочинском шоссе вторая очередь смарт-квартале «Лето». Дина Исляева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».